В Иркутской области произошло ДТП с участием мэра Ангарска Владимира Жукова. Внедорожник Land Rover, которым он управлял на окраине города, столкнулся с впереди едущей иномаркой. Девушка-водитель этого автомобиля пострадала, ее доставили в больницу. Сообщается, что виновник аварии не соблюдал дистанцию, а после отказался от медосвидетельствования. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.